Через нас сейчас зону ему дать. Давай в ноги, ищи туда зону ему дать. Ищите в ноги. Дал бы хорошего, он бы убежал. Просто вторая передача у тебя, блин, не в молоко. Вторая передача. Это, блин, не наша надо. А Жорик куда бежит? Сильнее, бы, Миша! Что ты гладишь этот мяч, бы? Никого нету там, нападающие. Где ты, Варусо? Он принимает мяч и отскакивает назад. Игрок. Вова, подойди, Вова, ты здесь должен. Быстрее, быстрее открываемся. Догони сейчас, Коля, достань сейчас, Коля. Это передача, ты сейчас всех отрезал. Достань, догони. Так не дается передача. Он просил. Начинаем бардак с моей палочкой. Вот такую передачу нужно отдавать. И дай, Муша. Эх ты! Эй, Стаев, я тебя о чем говорю, Стаев? Ты сейчас тянешь сюда и не станешь отсюда.
оба, 10 номер. Догони, Коля, сейчас ты догони, Коля. Ты играешь сегодня Коля, за них пока. Дай на Робин. Две передачи отдал сопернику, Коля. Соберись давай. Игра бы, дену на бы, узон, уям бы. Нападающий. Так качни его сюда и повернись туда, Боня. Что за игроки в напор, как и все. Сашка, Демба.
играет за Никто. Вообще не читаем, что нужно было сделать? Побежать и остановить этот нерв. Сашка, вот этот игрок, хорошо, который ты читаешь номер, молодец, это твой игрок, Сашка, которым ты номер читаешь, это твой игрок. Если ему дошла его передача, то это твоя была ошибка. Видишь ли этот 11-й, ты все его читаешь, его номер. Читай. Сашка, я сата говорить все лисы, Сашка, це. Я на ляму ласу на Саше. Мяч, видишь? Вот так. Шире бы, Саша, шире бы. Не сужайся бы, Саша. Вот так. Как ты не понимаешь, Саша, как нужно играть, да? Просто убежал от пули.
Да выпил. Дай по флангу. Вот так. Еще продли ему по флангу. Иди, Борусу, иди. Вот так. Еще один подключайся, Стаев. Иди, Стаев. Куда бы? Толчок вот такой. Качнул корпусом, если бы ставил. А то отставил, где бы? За ним как пока он принимает мяч, он уже должен быть выигрывать. С ним же. С Мишей ЖВ. Сашка, ты опять читаешь его номер, Саша. Сашка, эй, вот сейчас наш мяч, ты где должен быть, Саша? Я же тебе объяснил и показал там, Саша, не арыся вот туда, вот там Чебунова, ты закрываешь его зону. Где это Чебунов, где Миша в зону, где Коля? Оставь его бы, ну без мозга, оставь Жорик набегает, зачем ты трогаешь от мяча?
Жорик, ты где, Жорик? Он сейчас только бежит. Че, обыграть не смог. Жорик, что ты стал, Жорик? Этот мяч, бля, ну что за бизнес будет никуда, я не могу понять, он уже тебя прилипает. Сюда выйди, где полукруг. Вот здесь стой, не стой там в рамке, там тебе нечего искать. А чё остановился? Вот там стой, вот там, все. Миша, нет тут нападающих, Миша, они спят оба. Не давай бы, сбежай себе, Коля. Коля, Коля, взять. А ваш на Йоксон. Опять даем расстояние, смотри, какое расстояние. Свободно надо подать, свободно. Зачем по блоку играешь, там нету мест вообще, ну качни его туда и выйди отсюда, здесь больше места было. Ну как вы не думаете, это совсем ясно. Я выражаю. Навелек! Иди бы, Саша, иди он тебе даст, дай бы! Иди бы, Русу дай бы! Давай, 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 давай,
Чебанов сегодня арес Коля не анда Чебанов. Оба, Коля, выйди вот сюда, бе! Наш сад побежал на одного, Коля! Сурба, Коля, Коля, ты один стоишь, ба, говори ему, ба, Коля. Да? Мяч теряет по Чебанов. Да, Басашка, вот ты должен был там уже быть, Басаша. Thank you.
Давай, бей поворотом, Чебанов. Степа первый, Степа первый. Сашка, опять ты в середине. Иди, Сашка. Помоги, Сашка, иди в середину сейчас, Саша. Thank you.
один в один. Пройди! Пройди! Нет. Сейчас только идет. Сейчас только идет. Эй, Люша, ты где?